Природный парк «Ильтонский» приглашает вас посетить волшебный край Семиречья. Вас ждет встреча с самым большим соленым озером Европы – Ильтон. За удивительную красоту кочевые народы древности прозвали его «Золотым озером». В закатные часы ильтонские воды кажутся расплавленным золотом, а в полдень почти невозможно определить, где кончается озерная гладь и начинается небосклон. Ильтон – это уникальный курорт, созданный самой природой. В озеро впадает 7 рек. При этом его соленость в 1,5 раза выше, чем у вод Мертвого моря. Целебные свойства ильтонской ропы и грязей были известны нашим предкам. В начале 20 века здесь была организована первая грязелечебница. Бальнеологическая грязь и ропа в сочетании с сухим климатом дают несравнимый лечебный эффект и улучшают общее самочувствие. Живописнейший вид открывается на Ильтон с вершины горы Улаган. Улаган – это растущий соляной купол. Он возвышается почти на 84 метра над уровнем моря. Место обладает особой энергетикой и идеально подходит для принятия воздушных ванн. Еще одна достопримечательность при Ильтонье – это смарагдинский минеральный источник. По своему составу – источник сульфатно-хлоридно-натриевый с повышенным содержанием железа. Смарагдинская вода по целебным свойствам близка к источникам Ессентуки-17 и Ессентуки-20. Предпочитаете более активный отдых? В парке предусмотрены верховые прогулки, пешие и автомобильные экскурсии. От опытных гидов вы узнаете об обычаях и истории здешних мест, а также о флоре и фауне при Ильтонье. Природным паркам предоставляется спортивный и туристический инвентарь.